мы с тобой делаем видеописьмо. Вот, видеописьмо для твоей мамы. Ага. А как тебе здесь вообще? Расскажи. Хорошо. А что хорошего-то? Чем тебе здесь нравится? Турция. Ну, конечно же, погнали. Давай маме расскажем всю правду. Мама, все хорошо. Все? Привет, во-первых. И не останавливай. Все хорошо. У меня все хорошо. Я заговариваю, купаю, не переживай, не буду меня обижать. Они добрые. Они меня кормят. Тут большая комната, клетки меня не держат. Чтобы я ничего не думала. Давай мы уже покажем комнату. Где ты живешь, давай? Где? Так, вот покажи, пожалуйста, свою кровать. Вот моя кроватка. Вот она. Вот. Так, надеюсь, что все видно. Так, вот твоя кровать. Давай. Вот и все. Кроватка. Тёмка тоже, что ли, здесь? Да. Тёмка, ты здесь спишь? Да. А тут балкончик у нас. А вот такие у меня медведь. Так. Тут у нас балкончик. Ага. Выходом туда. Только через мою кровать, правда? Ну, пока мы так поставили, чтобы кондиционер не было. Да, и на кого? И на Тёмку, и на Олю. Ночью в садик подышать воздухом. Никому не буду. Отлично. Тут еще телевизор. Есть из оборудования. Телевизор, который мы Тумочка, в целом не смотрим. Ну и их маленький столик. И Олин столик. Мам, я вообще не буду. Мы ничего убирать не будем. До самого конца отпуска. А когда будем уезжать, тогда мы просто берем свои вещи и положим их в чемодан. Потому что мы здесь отдыхаем. Привет, дверь. До свидания. Понятно. Так, что-то еще у тебя есть? У меня? Да. Вот. Прошу. Ух ты. Да, мы сегодня будем показывать. Главное, что у нас здесь есть санузел, главное, что у нас есть там душ. Вот все у нас, все удовольствия и радости жизни есть. Нас тут 3 раза кормят. Так, чем кормят? Чем кормят? Если я скажу, меня мама уберет, но она меня прикончит. С чем? То есть у тебя только морская соленая вода и еда сомнительного содержания. Ну, ты себя хорошо чувствуешь? Все. Мама Лена, мы себя хорошо чувствуем. Ну, в смысле, и я, и Нина, и Тёма, и Оля. Вот, как ты купаешься, скажи, правда? Какие часы ты ходишь домой? Вечером. Да, когда? С утра, с 8 до 11. Если мы не проспим. А днем почему нельзя купаться? Чё? Почему днем не купаешь? Я скажу, почему? Я вот уже подгоняю. Так, а это вечером? Это не румянец, это загар. А вечером? С либо с 4 сегодня, с половиной часа. С 4 до половины 7. Ну, где-то полтора часика. Но сейчас я уже дома. Да, то сейчас еще не 7 часов, но уже все дома. Бабушку с днём рождения поздравила. Да, бабушку поздравили, там нашли способ. Она рада, она там веселится, у нее там веселье. Гайгуй. Во сколько ты спать ложишься? Обычно. После 12. До 12. До 12. То есть, ночью ты там не засиживаешься с планшетом. У меня интернета нету. Интернета нет. Это самое главное преимущество. Нету интернета. Был бы интернет, я бы не легла бы. За что на свете так рано. Отлично, видишь, как у нас все способствует отдыху. Маме волноваться есть за что? Не волнуйся, я кепку одеваю. Да, вот это важно. Так, кепку ты одеваешь, в воде ты все время в кепке, то есть. И выхожу из воды, так что. Ну, короче, у нас здесь строгий режим. Днем мы не купаемся, днем сильное солнце. Днем мы спим, отдыхаем. Вечером, когда солнце спадает, мы тогда идем, купаемся. Утром только до 11. То есть у нас здесь все. Все как положено. Угу. Вот, не сказал, что синички. Видишь, какие у меня синички. Что, тупала, что ли, или что? Я в море. Что, наполна синички? Наполни. Я прям вперед, назад. Ну что, давай-то прощаться. Вот все мы рассказали. Будет.